Здравствуйте, дорогие друзья! Это будет даже, в принципе, не прохождение, а маленький обзор бесплатной новеллы в Стиме. Вот. Школа, видимо, для горничных или что-то такое. Но прикол в том, что, в принципе, игра простенькая. Ты выбираешь рут из этих трех девчонок. Вот. Проходишь. Получаешь достижение, романтическую линию, тут есть достижение, вот. Что, как мне примерно показать, как выглядит игра, но, в принципе, давайте начнем новую игру и покажу вам такой вот типа мини-обзор. Ваше имя? Хайзенберг. Так, ладно. Так. Я так понимаю, что полные инициалы я не смогу. А, типа есть... А, нет, смогу? О! Окей. Мы выбираем... получается... Да, игра на английском, но все равно у меня получилось глянуть игру. Вот, мы знакомимся с девушкой. Так. Погнали. Смотрим. Знакомимся с девушкой 2. Ту-ту-ту. Так, подожди, я ж не в игру создал. Сейчас, да, выбор? Ты должен выбрать... Что? Так, она сейчас... Это Вивиан. Тут анима. Имя такое странное. А третья у нас кто будет? Сейчас, как третью зовут? Скотт? Скаут? Учитель еще? Меняется музычка. Но тут мне единственное не понравилось, тут... Так, по-моему, Family это женщина. Male это мужчина, по-моему. По-моему, так. Так. Мои фавориты. А, кошки, собаки, примитивно. Давайте обезьяны. Так, я люблю видеоигры, естественно. Так, дальше. Я люблю все загадочное. Так. Вот, видите, тут единственное, мне что не нравится в новелле, тут фотки очень расплывчатые. Не знаю почему, сделали какой-то хреновый стиль. Так, да, девчонки, в принципе, прикольные. Get involved. Я люблю большие пушки. Понятно, в каком плане цензура почему пошла. Easy grades, это великолепно. Погнали, учитель нам что-то говорит. Я люблю комиксы, наверное. Или мистические новеллы. Давайте мистические новеллы, раз мы выбрали мистические новеллы. Тут музыка так резко меняется. А чё, уже скоро конец, что ли? Или нам дадут выбор, куда отвезти? Wake Scott up. А если don't wake Scott up, что тогда? Игра закончится? Реально? Чего? Да вроде бы нет. Или да. Да вроде не должно. Вообще мы можем даже I do my best. Это типа... Так, ладно, окей. Без проблем. Опять.
Не, музычка тут прикольная, и персонажи прикольные, но то, что фотки размазаны, это жопа. Это единственный минус, наверное, вот этой бесплатной новеллы. Ну, два минуса, то, что русского языка пока что нет, но это не помешало игру пощупкать, пройти. Ну давай help, понял, господи, короче, very help, давай. Тут мало, конечно, задников, все какие-то размыленные. Если долго по дорожке. Так, кафе, шоппинг, аркада. А ну, а давайте попробуем сохраниться. Левать какой слот. Давайте попробуем в аркаду сходить. Ты ж вроде? Серьезно? А ну-ка. Серьезно? Да. Все размазано, как я не знаю. Да. Вот, смотрите, музычка, кстати, прикольная заиграла. Вот, смотри. Размазано, да? Время, время. Покажет, кто есть кто. Обожаю гитару. Но не любишь ты ее. Потому что хип-хоп 21 век. И под гитару ты не забудешь, что сказал человек. На-на-на-на. Ту-ту-ру-ту-ру. Ладно, да. И что ты мне предлагаешь? Вот музыку, кстати, оттуда реально можно часть музыки скоммуниздить. Да. И на этом мы бы завершали свой обзор, но нет. Нам хочется узнать, когда же закончится игра. Че, серьезно, сейчас закончится? Или нет? Тан-тан-тан-тан. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Призраки. Go we. Going. Finding. Do-do. Ага. И улица какая-то. О каких призраках речь может идти, а? Вот эта музыка прям прикольная. А, музыку хорошую забрали. Собаки. Так, ну... Что я могу сказать об новелле? Она прикольная, но... Она простенькая. Простенькая, но... Прикольненькая. То есть я думаю, что если... Потом русификатор выйдет, можно вникнуться, в принципе, в историю, поиграть, пройти. Ту-ту-ту-ту. У нас же на этой музычке прикольно. Тум-тум-тум-тум. Тум-тум-тум-тум. Тум-тум-тум. Сейчас, ребятушки, секунду, тут у меня надо было кое-что сделать. С этими мониторами одна беда вообще полная просто. Так. Ти-ти-ти-ти-ти. Так, что еще я хотел сказать, сделать? В общем, какой результат? Результат. Рисовка персонажа прикольная, хотя персонажей всего три. Музыка мне нравится. Вот. Так что, в принципе, средний балл для новеллы... Это хорошая такая выдержанная четверочка из пяти. Поэтому, в принципе, если кому интересно, я могу, как сказать, скинуть
точнее, как не скинуть, там по названию будет понятно, что это новелла есть. Хотя, в принципе, наверное, может и скину ссылку на Steam игры. Вот. Ну, в общем, кто знает английский, с радостью ее пройдите. Кто не знает, ждите русификатора. Вот. Я, наверное, тоже напишу обзор на эту новеллу. А всем спасибо за внимание. Результат такой, что не играйте только в хорошее, ну и не забывайте про простенькие такие вот игры. Ну, вы поняли, да. Надеюсь, вы поняли. Да. Вот. Ну, а всем спасибо за внимание. Вот я вам показал такой результат бесплатной новеллы про тянок и вот такие необычные задники, ну, какие есть. Да. Повторится музыка, нет? Ну да. Ну а всем спасибо за внимание, всем до скорого. Я сейчас выйду в меню, чтобы как раз выйти из игры. Главное меню. Вот. Громко. Ну ладно, пофиг. Всем спасибо за внимание, всем до скорого. Не забывайте про лайки. Оставляйте интересные комментарии. Вот, показал вам визуал этой игры. Ну а всем до скорого. Всем пока-пока.